Вадим до сих пор в стрессе пребывает, идет и жалуется всю дорогу про балалайку. Да. Под впечатлением. А ты чего такая довольная? А мы идем за покупками. О, я вдвойне, значит, грущу. Стресс? Да. На свою голову показал тебе эту тему? У меня какая-то антенна на башке. Местный торговый центр. Кепочки, кстати. Тебе купить? Шафран, да, спроси, сколько стоит. Hello, what's the price? This 20, madam. 20? Yeah, 20. This one, 20. Which one like this? Ой, флаг я только увидела. Девушка
А почем вон те сумки? Эти? Да. 1000 евро. Сколько? 1000 евро. Носите сами. Удовольствие. Thank you. Что там еще есть? Ну все то же самое. Всем привет. Собираемся на пляж. Намазалась, как гейша. Хочу сказать, девочки, женщины, миленькие, берегите свою кожу, потому что пятна и веснушки, они неизбежны. На солнце. Солнце поражает нашу кожу. И еще молодая, не задумываясь о том, что это может быть так плачевно, как-то я отдыхала в Турции и даже не парилась по поводу загара. Думаю, загар это полезно, это здорово, это хорошо. И приехала домой с черными усами, с вот такими пигментными пятнами, и потом еще тратила деньги, чтобы это все вывести. Поэтому лучше, конечно, намазаться вот так вот, быть гейшей, чем потом переплачивать за удаление пятен. Берегите себя, красотки. Вот второй день наполняют бассейн. Вчера начали после обеда заливать. Интересно, как долго они его будут заполнять. Сегодня классно, ветра нет, погода 30 градусов, комфортно. 9.43, а песок уже нагрелся, и без тапок я не могу. А еще заметили такую очередь из бар. Вон сколько бар Вадим забыл очки. Не сильно соленая вода, кстати. Пока солнце вот не активно, я стараюсь промыть, понырять носоглотку. Кайф. Главное, телефон бы не утопить. Амфибия идет. Вас снимает камера. О, один немножко уже подгорел. Рачок красненький. Где он?
наконец-то вынырнул. Пугает меня. А какое здесь море, ты говорил? Лаптев. Ну, бать. Какая здесь вода? Напомни, пожалуйста. Соленая. Аравийское море, да? Да. Персидский залив я знаю, а это что? Какой не Персидский залив? Нет, Персидский залив со стороны этого, да? Да. Дубая. Да. А здесь Аравийское море? Забыл. Ну, а? Забыл что. Ты вчера, по-моему, говорил Аравийское море. Наверное, да. Сломали, что ли? Или они вот так собираются? Нет, это они к тебе в руки попали просто. Ой, не надо, сразу мне. Сам сломал мне. Привет. Все, что ли, конец очка? Одни утопила, другие сломала. Бать, я ничего не ломала. Тебе дать металлический шарик, ты его сломаешь. Я не могу его сделать. Да, я сделаю. Ну, очки такие хорошие взяли на распродаже. На Вайлдберрисе. Да. За полцены. Я так сделала, одела, и они сломались. Просто сначала на глаза натяни свои, а потом резинки. Ну вот, я так и сделала. Все, вот, резинку натягиваю. Дай покажу. Может, у меня голова больше, чем твоя? Да. Вот так вот, раз. Ага. И так присосал. А под водой они там не лопнут? Попытка. Так вот, да? Да. Ага. Неужели? И теперь их вот так попро... Я хотела их прижать. Ну подожди, ну один на мне вот так. Вот, все. Стой. Стой, вот, все. Не все. Ну давай, прижми. Ты записывай такое? Не все. Подержи телефон себе. Очки. Что-то мне кажется, что им хана. Показываю еще раз. Вот так вот берешь, вот сюда упираешь резинку и натягиваешь. Ну я ж так и сделала. И аккуратно сделала. Вот так вот их потом вставляешь. А как их зажать глазам? Вот ты сделай и зажми глазам, а я посмотрю. Чего зажать? Ну что, присосались, надо надавить. Вот нажми теперь. Во. Во, я так и делаю, у меня то же самое происходит. Так что не умничай, пожалуйста, да, тут. Сломался. Давай, давай, сделай и нырни, я посмотрю. Там вода попадет, надо, чтобы они присосались. В общем, дал тебе. Я не виновата. Не утопила, так сломала. Пока. Глаза-то, глаза какие. Меня смотрят. Больше. Тут они быстро бьют. Привет, мапы ваши. Вот.
Там подруга. Подруга друга. Крема, который мы купили в дьютике. Сиберика. Решила попробовать. Ну, что могу сказать. Вот этот крем ничего. Но питает все равно не очень хорошо. Влаги мне не хватает. Это, наверное, больше для молодой кожи. Вот такую какую-то сыворотку с витаминчиком попробовала. Ну, гиалуронка с каким-то там гелем обыкновенная, плюс витаминки А и Е, наверное. Можно, кстати, добавить еще несколько своих капсул туда витамина А и Е. Так, вот эта штука от солнца. Защита SPF 50 для лица. Ну, сейчас покажу вам текстуру. Короче, вот такая жидкая текстура, типа она там с цинком, наверное, я так думаю, защищает. Ну, так, если ходить по московскому солнцу, я думаю, нормально. Защита будет. Впитывается хорошо, мягкий. Но для солнца тут вот эта штучка никак не подойдет. Явно. Тут нужна защита помощнее. Я всегда беру детские крема. Вот, на мой взгляд, линейка Garnier самая лучшая защита. Для меня самая надежная и проверенная. На мне и на моих детях. Куда бы мы ни ездили на отдых, я всегда беру полтинники. И мажусь ими очень хорошо. Вот они реально работают, они реально спасают. Дальше вот Вадиму взяла. Вадим вообще никогда не пользуется кремами и не пользовался. Вот Медвежья сила. И для глаз Орлиный взгляд. Маленький. Попробовала на себе его крема. Ну, нормально впитывается, хорошо. Увлажнение нормальное, даже сама пару раз мазалась. И Вадим остался доволен, теперь только контролирую, чтобы он не забывал ими пользоваться. Он такой. Кстати, пользовалась феном, забыла его воткнуть на место. Такая удобная подставочка. Я думала, для стакана, а это оказывается для фена. Вадим молится. Я сегодня проснулась от этой молитвы в 5 чем-то. Так вот у нас тут сопровождение молитв. А у них интересно и в праздник, и без праздника такое, Вадь? Конечно. Каждый день? Конечно. Понятно. Я думала, только из-за этого Рамадана или что-то там у них. За поста, из-за их.
Загорел. Смотри, как красиво. Рачок. Ура. Наконец-то тишина, да, Вать? Угу, понял. Балалайки нет. Какой? Наконец-то. Ватечка, да? Давай. Огуречком. Огурец с яблочком. Спасение. Надо летом на даче делать. Очень вкусно все. Особенно, когда голодаешь. Мы ели в обед в час, а сейчас ужин 8. Что там интересного? Где там? На диване неудобно так сидеть, да? Что там классно? Этот нут, да? Какой нут? Вот это не нут, это что такое? Интересно. Где? Вот это? Да. Это хумус. Хумус, да. А хумус это не нут? Не знаю, может и нут. Конечно же нут. Нам воду принесли. А тебе нравится здесь еда? Да. Вкусная, да? После ужина решили отдохнуть в номере, никуда не идти. Вадим наелся. Алена напилась. Огуречного сока. Вот, отдыхаем. Вадим просто в спортзале сегодня очень хорошо позанимался, часа полтора, наверное. Его еле вытащила оттуда. Вон, у него аж все раскачалось как. Выпить не дает, придет в спорт. Не пьет, только гоняя его. Будет у меня красивый, стройный, молодой. Смотрите, какой у него сакар. И мой. О. Лобстер. Угу. Краб. На этом прощаемся с вами. Всем пока. До новых встреч. Ну, скажи что-нибудь. Скажи до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Ну, ты хоть в камеру посмотри. Пока.